звонить тебе, чтобы просто спросить, как дела. Знаешь, мама, у слова родителей есть особенная глубина. В этом слове заботы и хлопоты, в этом слове и радость, и грусть. Я при встрече тебя обязательно обниму и щекою прижмусь. Спасибо, мама, за ласку, понимание и за нежность. Ведь ты прощала мне мою беспечность за частые молитвы в тишине. Спасибо, мама, за то, что мы твоим теплом согреем.